перспектив обеих команд на повышение в классе уже в этом сезоне, потому что, повторюсь, эта игра между фаворитами чемпионата сезона в первой лиге в этом году. Довольно. Александр Краснов номер 10 и Артем Васильев номер 5. Состав «Локомотива». Андрей Селивончик в воротах, линия защиты. В центре будут действовать в отборе. И продолжается атака гостей. Трофимчук, Музыченко. Подача в штрафную. И на дальней штанге не было никого. Но доходит все-таки мяч до футболистов. Где пошла штрафную площадь Макс Лайна. Будет подача. Навес в штрафную. И добирается до мяча Максим Азарко. Но продолжается атака «Локомотива». Остановить соперника. Много футболистов Макслайна пошли в штрафную. Бурец нет. На этот раз решили не навешивать, а вот так вот розыгрышем. Краснов выпрыгивал. Опасно было. Не смог Александр подрезать мяч. И приземлился он в руки Андрею Селивончику. Но момент был очень неприятный. Смотрим еще раз на повторе. Да, подрезал немножко. Александр добрался до мяча этот удар. Но как следует дезориентировать голкипера не смог. И Андрей Селивончик остался на месте и забрал мяч в руки. Ответ «Локомотива». Сычев набирает скорость. Много пространства свободного перед ним. Входит в штрафную. Смещается в центр. И сбрасывает под удар. Следует удар. Опасно. Посовещались и все-таки приняли решение. Вот такой вот розыгрыш. Мельник удар. Рикошет. Открывается слева. Бурец получает мяч. Смещается в центр. Передача на дальний угол штрафной. Мельник сбрасывает под удар Васильеву. И Бурец ищет варианты продолжения атаки. Хороший пас на Прокопенко. Прокопенко входит в штрафную. Удар по воротам. И Мельник не получил. 55. Слева. Так, запутался я, простите. Да, справа Сергей. Заготовку для своих партнеров. Подача на дальний угол вратарской. Верховая борьба. И здесь подача идет в штрафную. Верховая борьба. И передача дальше на фланг. Бурец входит в штрафную. Серия финтов. Два соперника собрал возле себя Роман. Подача на дальнюю штангу. И доходит дело до удара. Но мяча. Опять показывает какую-то домашнюю заготовку партнерам. Идет подача в штрафную. И прямо... Досмотрим этот штрафной удар. Подача. И состоялся удар по вороту. Длинный заброс вперед. Бурец цепляется наконец-таки за этот мяч. Удар по ворота. Немножко поджали на половине поля соперника игроки «Локомотива» в концовке матча. И будет ли удар? Удар по воротам. А вот это шаг. Подача в штрафную. Верховая борьба. Еще один удар. И браво, Максим Азарко.